Всем, друзья, привет! Вы на ICOD Play, и это Switchblade. Это покатушки на разных танках, как видите, тачках, которые разные, и снайперы, и не только, и ракетные установки, и таскающие с собой черные дыры, и возможности дополнительные. Давайте сыграем быструю игру и Исландию. Выберем карту. Покажем, что к чему. Посмотрим вместе, как здесь играется, так как ботов против ботов, также и против людей. Так, что бы выбрать? Ракетную можно. Основная ракетная, да? Плазма. Пулеметы. Крепости. Пулеметы. По мне вот это. Против нас игрок до 4-го левела. Прекрасно. Как сказать. Против нас кто будет самое то. Львы против паков. Здесь можно осуществить на пробел смену тачки. Вот наши ракетные установки. Ну, уже пруд. Прилетел из ниоткуда. Так, здесь улучшить. А чё бы нет? Когда да. Так, уже атакую, да? Your frontal
Ну конечно, 24-м главом, куда там? Давайте попробуем поменять точку. Enemy from tower destroyed. Your base core is critical.
Эх. Бифер. 24-й. Давайте. Да, здесь мы выйдем. Также, кстати, я вам расскажу. Есть. Магазин есть, где вы можете приобрести что-либо. Машины разные, вот, которые есть. Бонусы предоставлены, валюты, разные наборы, не стартовый предоставлен был от разработчика, все, спасибо большое. Здесь есть эпический и легендарный набор. То есть здесь разные тачки тоже. 10. Здесь же получится, есть легендарный пак. 500 монет, бишкрэш, идеальный облик, то есть круче всех, но мы этого не будем делать, у нас это хватает. Так, насчет чего еще? А, настройка, настройка персонажей. Здесь можно настроить тело, то есть логотип, который будет предоставлен, также цвет дополнительный, акцент какой-то расставить, после чего же можете поменять то вам душе угодно. Так, стиль одежды то же самое, что вам больше нравится, какой цвет волос, какой по модности. Глаза тоже можно аж сделать смайлики, можешь светящиеся, как у кошки. Имеется макияж, кто-то хочет кошку, и вот пожалуйста. Рептилия. О, прям как из Безумного Макса. Разные гонщики. Разные просто помазка цветом. Что еще? Глаза. Так, это глаза были. Макияж. Макияж. Так, а мы там... Давайте, наверное, на глаза... Так, извиняюсь, так, макияж, стиль. Вот этот, пусть будет. Это не действует, эмоции, да, командные, то есть можно разные командные он. Чин-чин. Хоп-хоп. Настроить на празднование. Насмешка. Хоп-хоп-хоп-хоп. Чоп-чоп. Либо оп. Либо а-а-а. Стрём. Но
Ну и танцульки. Сами можете выбрать. Из трех видов, конечно, пока что. Но в будущем сможете. Хорошо, что сзади видно все. Воу-воу-воу. Ну и я оставил вот этот. Очень даже забавный. Танец. Во время игры можно, когда вы умираете, там некоторое время покататься. Давайте, на этом, наверное, все. И рассмотрим в следующий раз какие-нибудь игровые вариации. Начнем, посмотрим. Итак. Пулеметная.
Ну-ка, получится ли у нас? Сегодня сплошные клины. Как это работает? Не совсем понимаю, конечно. Автоматизм какой-то прям вот это. Ну мы проиграли опять. Даже нет. Или. Нет. Победили. Победитель. Так, 4 убийства. Что-то джета вообще что-то слабовато. Ну что, друзья, на этом все. Посмотрели пару игр. Видели, как все это происходит. Как видите, испытания разные есть. За что дают вам золото и не только. А на этом, друзья, все. Всем большое спасибо, что смотрели. Всем ребята. И сами решайте, стоит для вас эта игра или нет. Нужна или нравится она. Пробуйте. Всем пока-пока. Аригато.